Putin's invasion has been a test. Путинское вторжение было испытанием на века, испытанием для Америки, испытанием для мира. Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Ибо такая защита важна для нас, потому что она поддерживает мир и предотвращает появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности и процветанию. Год спустя мы знаем ответ. Да, мы будем, и мы это сделали.